Любители активного спорта в Дербенте приняли участие в велопробеге. Спортсмены стартовали в северной части города, у въездной арки, и финишировали на главной площади Дербента. Приурочили пробег сразу двум праздникам – Дню физкультурника и 75-летию со Дня Победы. В рамках спортивного события также прошла викторина на знание правил дорожного движения, победители которой ждали подарки. Свыше 100 человек участников – чисто которые на велосипедах участвовали, и параллельно, которые соответствующие без, которые были, встречали, провожали нас. Я думаю, на перспективу мы постараемся это проводить на постоянном основе, чтобы задействовать массовость.